Привет, я Ася, и сейчас будем смотреть новое видео Валеры Гостера, называется «Я выбрал ее». Ну, уверенный в себе и в своем выборе мужчина – это хорошо. Не забывайте про лайк и подписку, если вам все понравится, и поехали! Всем, Валера, я привет. А это наша любимая рубрика про девочек с психическим отклонением. Только ей тут что-то не здоровится, наверное, простуда. Вначале предлагают выбрать, Пепси мне не нравится. Так, это же еще и ужастик, это вообще самый лучший подарок на 8 марта, спасибо. Это не актуально, ленивый дизайнер. Эти вообще что-то не поделили место. Ладно, погнали, посмотрим. Игра любезно спрашивает, как у меня со сном. Пробуждением. Жмем нормально. Сплю я хорошо, спасибо, что беспокоитесь. В последнее время мне снится космос, Марс. Подождите, а где школа? Мы же так привыкли к школе. Нас встречает депрессия. Если ты не выйдешь, раскрою твою тайну всем. Что писаю сидя, не надо. Она не нуждается в сердце, поэтому я вытащила его. Ну ты нафиг, ты пошла в бесплатную клинику. На, не теряй. У нее ключ от двери. Давай сбежим вместе из этого места. Вместе с тобой? Можно вытащить обратно? Стой, подожди. Я не могу идти с тобой, потому что слепа. Тогда куда ты идешь? А, ну еще и живой? Сэмпай, я не чувствую руку. У тебя ее нет. Господи, одни проблемы. Дай прогуляться по лесу. Фига я ее починил. Да, 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 ты уже угрожала мне этим. О! Это какой-то удивительно красивый и ламповый лес для такого ужастика. Это рука? Типа я могу себе собрать девушку? У тебя все волосы в узлах, позволь мне их поправить. Не-не, это прическа такая. Ты нафига это? Прическу не тронь. На, бери кулак, бей ее. Зачем ты ее убиваешь еще раз? Это нечестно, у нее была одна рука. Вставай, или я сдохну. Ты подожди. Все в порядке, начинаю понимать. Ладно, я тебе чиню, пока я тебе верю больше, чем той неадекватной. В общем-то, и так, вы нашел холостяк, и есть две претендентки. Одна зомби с минус сердцем, одна маньячка. Кого бы выбрать? Махерша. Все, собирайся. Ну, в смысле, сейчас мы тебя соберем. Глаз, смотри. Глазки. А, какой смотри, у тебя аж... Ладно, сейчас. Блин, прикольная лего, собери себе тян сам. Ну вот, уже совсем другой вид. Я тебя вижу. Мы просто стоим на респауне, болтаем. Да что тебе, да перестань ее убивать. Нафига я глаз искал? Да ты... Отстань, мы были бы с ней счастливы. Иди в свой барбершоп. Нюхай пятку. Ты жива? На, ешь ногу. Вгрызайся в ступню, быстрее. Блин, я съел ногу. Я отравился чьей-то немытой пяткой. Реально, я медленно тут. Так, подождите, я сейчас пытаюсь понять. Хотя, мне кажется, я делаю это зря, но я так понимаю, что надо собрать этот конструктор лего девушку мечты и при этом выжить и не пострадать от другой девушки-маньячки. Ух, ну фуд-фетиш это смертельно получается. Слышу, кусты шевелятся. Там этот неадекватный Эдвард руки-ножницы бегает. Какая ты быстрая, а? Я вообще-то лучший бегун школы. Чё, корягу взять можно? Ну и кто теперь должен бояться? Не подходи, у меня палка. Вот так буду делать. Ну давай, давай, подходи. Чё? Да ты угораешь. Понял, вскрыли. Заранее для тех, типа, как ты можешь бить девушку? Да я по ней даже не попал. Твоя задача держать ее, а я буду бить ее палкой. Пошли. А, ты же не видишь. На звук палки иди. О, молодец. Иди на палку. Мне недавно сказали, я, конечно, так никогда не делаю, но мне недавно сказали, что если женщина поднимает на тебя руку, то это уже не женщина, это уже спарринг-партнер. Поэтому, если что, мы Валеру не осуждаем. Сама виновата. Бля... Что исправить? Палку? Бездомные ноги. Пригодится. Куда ты идешь? Обуйся на ногу. Это твой размер, отвечаю. Я-то вижу, ты видишь ногу, возьми. Ну все, порезали мою подружку. Ля башка чугунная. Собирай, собирайся. Еще палка. Да это просто неадекватно. Все палки по ее тупую голову сломал. Мое тело, мое дело. Ну не подходи, я просто бобер, иду строить плотину. Где там этот ходячий? Ты вообще ищешь себе запчасти сама? Хватай что-то. Это что? Рука. Класс. Бери. Я возьму это. Собирай себя сама, я пока ее отвлекаю. Класс. Ага. Бестолку.
Все нормально, она привыкла. Я нет, не подходи. Класс, вы пока тут разбираетесь за мою жопу, можно я тебе ногу починю? Смотри, я положил на тебя глаз, типа. Только не ешь, ты не мармеладный. Было бы здорово нацепить на нее много рук, много ног, просто и уехать на ней. Че подглядываешь? Штраф глазик. Я понимаю, что тебе не терпится нас порезать, но мы здесь пытаемся нащупать глаз вообще-то. Ты вообще стараешься? У тебя есть один глаз, ты все видишь. На культяпку. Все, осталось обуть чью-то ногу, и ты готова. Смотри, как все просто. Как оказалось рядом? Слушай, ну это будет идеально. Это просто твой размер. Теперь ты можешь меня защищать? У нее ключ от двери. Я помогу тебе взять ключ у нее. Как бы пора уже. Алло? Опа. Выворачиваем кармашки. И если что, я ищу ключи, а не разглядываю костлявые попки. А можно ее как-то зафиксировать поровнее? Конечно, встань на мостик, нашла время. Ну давай, я же тебе взял лучшие ручки на рынке. Хватай ее. Да, мы чисто ночные гопники из карманов вытаскиваемся. Хорошего вам времяпровождения, девочки. Стоп, а где выход? Ты что, такой тупой, что ли? И что ты мне сделаешь? Да, ну ты что? Ну, в принципе, лучше романтического вечера, пожалуй, не придумаешь. Что, не можешь попасть в замочную скважину? Пожалуйста, борись. Я же борюсь с дверью. Фил. Я победил дверь. Кримпай, беги. Не смей. Такой, типа, сэмпай, пожалуйста, не волнуйся в любое время. Ладно, в любое время не буду. Буду по пятницам после 17:30. Не давите на жалость. Ну что, блядь, она ж зомби. Ты что, просто уйдешь, чмолох? Я сбежал без зайки? Так можно просто вернуться и в секции вставить, там же все просто. Я сбегу с зайкой. Меня так не устраивает. Единственная адекватная мертвая девочка. Надо брать, надо спасать. Забудем, что было. Сделаем как надо. Да, потрепанная, да, грязная, да, воняет, да, немного стухла. Но хорошая. Как ее бросить? Первым делом тебя, короче, собираем. Милашка. А потом думаем, что с ней делать. Глазики. Самое важное, чтобы видела, какой я красивый. Остановись. Я слышу паровоз. Чё гудишь? А, ты нашел мой храм. Теперь у меня для тебя есть несколько задач. Видишь эти чаши? Если положишь что-то в эту чашу, я дам тебе что-то взамен. Мне нужно сердце того, кто заботится о тебе. А, не-не-не. А защику ты не напихать, слышишь? Сердечко это не отдам. Я думаю, ты не хочешь моей помощи, а скорее страдать. Да плевать, слушаешь. Без тебя разберусь. Цены у тебя, конечно, конские. Я не позволю тебе уйти из детского сада. Это считается, что я помогаю справиться с комплексом неполноценности? Или это не то? Смотрите, мы уже держимся за ручки. Бля. Давай поедим. Ну, у нас сейчас не пикник, как бы. Вот эта вот ситуация с совой, мне кажется, таким образом и зародилась вообще ипотека. А где та сыкуха? Очканула сразу. Как узнала, что у нас уже два, а не полтора. Он хрустящие пальчики, пожуй. Буэна просто. Нам неизвестно, что делать еще, как с ней справиться. Сколько можно? Ты только что поела. Сэмпай, я принесла еду. Это мне? Не, спасибо, я веган. Сэмпай, я все еще голодна. Да ты уже съела всех, кто здесь помер. Давай выберемся, сходим в маг какой-нибудь. Договорились, потом тебя покормим. Да что ж ты такая, ой, что безбашенная? А можно я тебя немножко укушу? Слышишь, даже не думай. Почему так приятно пахнет? Слышишь, переставай, а. Нам нужно думать, как отсюда выбраться. Это что за выступление? Это лучшее из всего, что я когда-либо елась. Очень приятно слышать, очень здорово. Я слегка укушу тебя, не возражаешь? Возражаю. Пошла нахер, ешь ее. Она тоже из мяса. Смотри, нога, нога. Ешь ноги, бля. Это обидно, как минимум. Я тебе верю. Так они теперь вдвоем против него, а где вообще справедливость? Вот так и спасают их женщин. Что у них на уме? Ну, честно, я не понимаю. Вообще-то. Я передумал. Мистер Филин, я в деле. Как и просили. Твоя награда находится в храме. Используй ее, чтобы разбить ей голову и отомстить. Ну что, проверим твою черепушку на прочность? Ау. Не бойся, я боб-строитель. Где она есть-то? Эта битва будет легендарной! Ой. 8 марта. А ты, извини, тебя прокормить просто нереально. Ну, вводи в положение. Ну. Даже не жалей, ты был съеден, ты просто не знаешь. Пытались. Вот так вот, героически покинул помещение. Нет, 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 нет. Я же хорошо ударил. Опа, случилась ловушка Джокера. Ну, прекрасный осенний пейзаж. Подождите, никто не говорит. Никого нет. Эй, кто-то кошмарить будет? Я так понимаю, это за мной. Привет.
И сразу так, ни здрасте, ни симпай, ты мне нравишься. А, и все, и ушла. Даже не убила. Двинула один раз, типа мне хватит. Мне мало, шлепни меня еще раз. Ты у меня на голове, в смысле, или что? Не, ну это правда, прям как холостяк. Какие-то жестокие, жаждущие внимания мужчины и женщины. Это, по-твоему, прикольно? Слышишь, что за цирк? Я волк. Офигенно. Весело тебе, да? Трудности с прогрессом. Слышишь, голос храма, давай-ка ты рот-то прикроешь. Ля, ну позитив с тебя так и прет. Спасибо. Ты на энергетиках, что ли, сидишь? Как по тебе попасть-то? Меня что, булят, что ли? Это издевательство. Что случилось? Я помер? Она просто сделала заднее сальто. Это цирковое представление. Зрители не дохнут, когда клоун кувыркается. Какого х... От чего я помер? От удивления? Ну да, 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 весело. Ой. Я, по-моему, свое тело отдельно сейчас видел. Он не проход зарос. Ну, пробиваться тогда будем. А у нее топор об мою голову не ломается, значит. Where's my axe? Where's my axe? Я это забираю. У тебя два есть, отстань. Это у тебя что, яблоко? А можно мне? Спасибо. Ау! Жматяра, одно яблочко взял. Счастливая такая, ходит яблоки жрет, радуется жизни. Я по-твоему чё, просто здесь танцую с ней? Свобода! Меня залупили. Ну, сейчас меня отстропонят жестко здесь. А концовочка-то неожиданная. Ну, с этими женщинами только так и бывает, мне кажется. Еще я так и не поняла, кого выбрал Валера. Но мне кажется, это не важно. Важно, что они выбрали его. Вы напишите в комментариях, что вам понравилось больше всего. А мы встретимся в следующем видео. Пока-пока.